привет! Сегодня, как и обещала, будем делать для конфет вазочку от нашего чайного сервиза. Нам нужно будет сделать основу по 15 модулей. 3 ряда по 15 модулей. Модули я делала с листика А4, на 16 частей делила. Ну все, поехали! Наша основа готова. Четвертый ряд будет из 30 модулей, то есть нужно нам удвоить эти 15. Выворачиваем нашу поделку таким вот образом, как показано на видео. И удваиваем. Удваиваем, я уже говорила как. Берем модуль и надеваем на один краешек. И так все 30 штучек. Один получается свободный у нас край. Четвертый ряд готов. 30 модулей здесь. Пятый, шестой ряды тоже 30 модулей. Их надеваем также на два краешка от разных модулей.
Итак, у меня здесь 8 рядов, из 4 по 8 ряд по 30 модулей. Далее мы делаем вот что. Берем 6 модулей, также их надеваем. Два, три, четыре, пять и шесть. Дальше мы берем 5 модулей, надеваем сюда, оставляя сюда же на эти 6 модулей, надеваем 5 модулей, оставляя один первый крайний уголочек свободным. 5 модулей. Теперь 4 модуля. Тоже оставляя один краешек свободным, 4 модуля, 3 модуля, 3, 2. И один. И таких уголков нам нужно сделать еще 4 штучки по кругу. Берем опять 6 модулей. Let's go.
собрали, немножко можно выгнуть края. Вот такая вот вазочка для конфет симпатичная у меня получилась для нашего чайного сервиза. На эту вазу у меня ушло 300 модулей. Вся информация о количестве модулей на подделке будет под видео в описании. Понравилось видео, ставь класс, делись видео в соцсетях. Всем пока!